пожалуйста. Только 2 года. Всего лишь 2 года. Я! Чугайна! Чугайна! Я! Ну все, иди. Небокон есть! Несут его! Несут! Вон он! Иди спокойно! Враги не пройдут! Разойдись! Мама! Ну что, пора прощаться. Это тебе. Братцы! Граница на замке и ключ в кармане! Вещи на стол! Быстрее! Сумки сюда! Пиво, водку, самогон на стол! Девчонка твоя? А что можно прямо? Успел хоть насадить напоследок? Чё, не дала? Спокойно встали там! Да ладно, не переживай, все нормально будет. Не бзди! Есть же нормальные пацаны, а приходят её вот так вот. Это что? Краски. Ты что там собрался рисовать, воин? Колесо от танка? Ты бы еще мольберт с собой припер, художник. Джоконда! Следующий! А ты что, думал, ждать будут? Ты там письмо ей катаешь, сопли бумаги возишь, а я тут 2 ствола, хвосты в гриву. Чего ты ко мне пристал? Что я тебе сделал? А голоса прорезался. Че, можешь морду дашь? Морду дашь? Давай! Давай, сука! Спокойно, сынок. Я из тебя солдата сделаю. Первую заповедь армейского устава знаешь? Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения армейской жизни. Слушай, а ты че в костюме-то, а? Че, на службу как на праздник? Другого нет. А давай махнемся, а? Я тебе свое отдам. Еще и сигаретами добью. Тебе-то уже все равно, а? А мне в город ходить, дискотеки, девчонки, ну сам понимаешь, да? Да, ништяк устроился. Не то слово. Служба, сладкий сон, просыпаться не хочется. Ну что, договорились? Конечно, договорились. Вот ты молодец. Простынку сними. Конечно. Сладкий сон, говоришь? Ну да. Ты что творишь? Стоять, фрейрам! Стоять, я сказал! Спокойно, сынок! Спокойно! Кто там в уставе протягивает решение? Помни! 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 Да! Дальше сам дострижешь. Ребята, это 6-я команда. Тебя-то куда понесло? Рэмбо, блин. Вали отсюда. Ну успокойся, чугун. Чего? Ничего. Как зовут? Володя Воробьев. Лютаев Олег. Лютый, короче. Это Руслан. Володя. Джоконда. Джоконда. Стас Серый. Здорово. Володя. Ряба. Чугун. Пока все. Подвинься, земля. Садись, воробей. Ну что дальше, ряба? Ну, короче, просыпаюсь утром. Башка гудит. Пальцами глаза-то разлепил. И так смотрю снизу, от подушечки. Что за дом? Как попал, хрен его знает. А рядом девка сидит.
улыбится. Голая. А надо мной папашка ее стоит, как над гробом. Ну, говорит парень, ты влип. Дочки 18 нет, так что выбирай. Или в ЗАГС, или в ментовку. И эта зараза одеяло на сиськи натянула, глазки опустила, будто ни при чем. А страшная, как бульдог. Но я говорю, нет, батенька, я лучше под танк лягу, чем на нее. Ну и руки в ноги и вперед. Кто быстрее, или я сюда, или он в ментовку. А я женился вчера. Все сразу, свадьба и проводы. Че, ну поздравляю. 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 Красавчик. Ну, говорит, теперь я твоя, давай, говорит, теперь жена, теперь положено. Думает, что я совсем дурной. А я ворота отворю, гуляй 2 года. Всю ночь ревела. Как же, говорит, жена и нетронутая. А я говорю, приду, проверю, не дай бог, увижу, убью, суку. Так и оставила. Воланд! Вон, вот оно, костюмчики! Светуля, из кого девчонки тычешь, а? Тихо, отдыхайте! Я тебя сейчас сам наголо обрею, ты же афганской команды придурок! Откуда сам-то? Из Грозного. Откуда? С Грозного. Из Грозного. Ну, будешь Пиночет. Как? Пиночет. А почему Пиночет? Ну, я не знаю. Почему не Пиночет? Пиночет. Наш, что ли, идет? Ну и рожа. Откуда клоуны? Из Сибири, товарищ командир. Меня зовут старший прапорщик Дегала. Как? У кого-то со слухом плохо. Ну-ка, подъем! Встали все! Бегом встали! Построились быстро! Головной убор надень в строю! Рысь! С
Смирно! Я думаю, слепых здесь нет. Вон та гора наша, следующая за ней Афган. И чтобы те из вас, кто попадет туда, не сдохли в первый же день, я буду драть вас 3 месяца подряд, не вынимая, 24 часа в сутки, начиная с этой минуты. Вопросы есть? Вопросов нет. Напряг. Фу! За мной в расположение части. Бегом! При команде бегом руки сгибаются в локтях. Марш! Фамилия? Рядовой Рыбаконь. Фамилия? Рядовой Чугайнов. Ремень для того, чтобы яйца держать, воин. Фамилия? Рядовой Бекбулатов. Фамилия? Рядовой Стасенко. Рядовой Петровский. Это ты, что ли, художник? Так точно, товарищ старший прапорщик. Ну что ж сюда поперся, сынок? Сидел бы на гражданке. Сал бы голых баб для цветочки в горшочке. Видите ли, товарищ старший прапорщик, если верить доктору Фрейду, любое художественное творчество – это сублимация подсознательных инстинктов человека, в том числе инстинкта насилия. Впрочем, вы можете с этим не согласиться, так как советская наука не признает буржуазного учения доктора Фрейда. Умный. Виноват, товарищ старший прапорщик. Исправлюсь. С вашей помощью. Правило номер раз. Десантник всегда готов к внезапному нападению. Молодец. Фамилия? Рядовой Лютаев. Правило номер два. У меня прапорщика, только старший прапорщик. Забудьте, кем вы были и что вы знали на гражданке. Запомните, клоуны. Здесь вы ни плохие, ни хорошие. Ни умные, ни глупые. Ни художники. И вообще никто. Вы здесь даже не люди. Вы здесь говно. А людей из вас буду делать я. Вот этими самыми руками. Ясно? Так точно! Я не слышу! Так точно! Громче! Так точно! Все морды под завязку! Товарищ прапорщик, а первое отделение налегке бегает. Девочки свои налегке в кусты гулять будете. А здесь чем больше боезапасов взял, тем больше шансов живым вернуться. Задача! Выбить противника, занять высоту, закрепиться. Доложите готовность. Товарищ старший прапорщик, второе отделение к выполнению поставленной задачи готово. Стоись! Бегом! Марш! Трупы. Ты! Груз 200 в черном тюльпане. Кусок говна в цинковой обертке. Колонна, которая пойдет здесь, напорится на засаду. А ты знаешь, что такое один пулеметчик здесь на высоте? А? Знаете? На подъем! Они каски мертвым отдых не нужен. Бегом вниз! Я сказал, бегом! Бегом! Скорее бы в Афган, что ли. Воробей. Чего тебе?
Отнеси мой хер поссать, сил нет. Куда ему? Надорвется. Гляди. Белоснежка! Эй! Ходи сюда! Белоснежка! Иди сюда! Сюда иди! Иди к нам, не бойся! Сюда иди! Зараза! Теперь до утра стоять будет. А кто это? Ты что, с луны что ли свалился? Это Белоснежка, санитаркина дочка. Через нее все призывы прошли. Полафгана трахала. Баба, говорят, чума. Не ты ее трахаешь, а она тебя. Ну, болезнь есть такая, как она. Отвали, ученый. Ряд, ты с ней договориться сможешь? А что договориться? Безотказная, как автомат Калашникова. Бери и веди. Только ее через два караула протащить надо. Да не, пацаны, пустой базар. Тот призыв они перед самым отлетом, там же все равно дальше афганку не пошлют. А нам еще 3 месяца тут корячиться. Залетим кранты. Слушай, Лютый, а ты пошел бы после 40 человек с таким обмылком? Да нет. А я нет. С помойки жрать лучше с голоду сдохну. Да? А я жрал. А я жрал. А ты хоть раз подыхал с голодухи так, что ты заснуть не можешь? А что ты пасть разеваешь? Нам на ужин 3 ложки столярного клея кинут, мы потом по городу ходим шаримся. Смотрим, как ты, падла, свою тёлку в кабаке за стеклом гуляешь, чтоб с тарелки схватить, что осталось. Понял меня? И бабы у меня только такие были, и других не будет, урод. Ребят, ну не надо. А ты заткнись, пернатый, бабу понюхай сначала, потом голос подашь. Тихо. Чего тихо? Ты не трогай моих, не лезь к моим, понял? Я к твоим лезть не буду. Из помойки жрать, она может лучше, чем все твои цыпы на цирлах. Сука, еще слово вякни, что будешь всем жрать, понял меня? Кто такой советский десантник? Советский десантник – это сила, красота и гордость вооруженных сил! Кто такой советский десантник? Советский десантник – это образец и зависть для всех. А кто такие вы? Мы – полковник учебного полка и вас лично! Послушайте. Послушайте, он же идиот. Да нет. Все ничего. Я только одного не могу понять. Почему первое отделение всегда впереди идет? Далеке, да еще час курит, пока мы корячимся. Конечно, делать нечего, нас скинуть. Хоть бы раз менялись. Раз мы, раз они. Да потому что их прапор нормальный. А у нас догола. Одно слово. Идиот. Выслуживается, сука. Да не, контужен его во всю голову. У них в Афгане весь взвод положили, он один остался. Его сюда и перевели. А вот письмо министру строчит, обратно просит. Кому там нафиг нужен с больной головой? Вот и бесится. Короче, попали мы, мужик. Радоманьон! Формадер за 4 стресса! Почему двигаемся как беременные, я не понял! 10! Почему там задержка? Солдаты, а беременные тараканы! 15! Что, девочки, тяжело? Юбочки мешают! Что за очередь? Родобой! Родобой! Быстрее! Помогаем дистрофикам! Родоподъем! Второй ход, подъем!
назад, клоуны! Десять! Забрали Чуганева! 15! Родобой! Ниже, ниже! Задницу ниже! Родоподъем! Родоподъем! Подъем! Ниже голову! Ниже! 10! Только поднятая голова — подарок для снайпера, мать уже похоронку читает! Быстрее, я сказал! Быстрее! 15! Родобой! Залет, воин. После отбоя ко мне. Раби, я тебя что, каждый раз так на горбу таскаю? Своего дерьма столько мало. Ну убей меня теперь, давай, убей меня! Отвали ты! Не могу так больше. Не могу так. Ну не можешь, и катись отсюда. Зад построение, выйди да скажи. Да выйду! Что, презираете меня, да? А мне плевать, плевал я на вас всех! А там Оля ждет, не дождется. Вот так, вот так. Я тоже завтра выхожу, пацаны. Мать письмо прислала. Давно уже. Болеет она. Если убьют, так у нее же кроме меня вообще никого. Я бы один не вышел, как последнее чмо. Ну чё, пацаны, никто больше, а? Мужики с того призыва говорили. В Афгане неделю на боевых по горам шаришься, две на базе кайфуешь, а тут сдыгало, до войны не доживешь. Раньше сдохнешь. Ну так что, рядом? Воробей, ну что, договорились? Только вместе выходим, да?
Равняйсь! Верно! Равнение на середину! Товарищ полковник, личный состав полка по вашему приказанию построен. Здравствуйте, товарищи десантники! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Каждый из вас сам добровольно принял решение служить в Афганистане. Должен задать вопрос. Нет ли среди вас тех, кто передумал? Я не буду спрашивать о причинах, просто вы продолжите службу в других частях на территории страны. Кто не хочет лететь в Афганистан? Благодарю за службу! Служу Советскому Союзу! Жестче работаем! Резко работаем! Это не девочка, а железный автомат! Жестче! Убей! Убей его! Убей! Не страшно! Не боюсь! Убей! У тебя будет всего лишь один удар, чтоб твою жопу спасти! Ребра ломай! Кишки наматывай! Дай сюда, сынок! Вот так надо! Да! Да! Убей! Сюда, воин! Взял! Убей его! Убей! Как Воробьев! Я! Ко мне! Есть! Тосенко! Ко мне! Сняли, положили оружие, сняли РД. Быстро! Воины! Забрали все отсюда. Ударил его по лицу. Вмажь ему! Ты на войну едешь, сынок! Давай! Ты бабу свою так на гражданке гладить будешь. Ударь его по роже. А ну-ка, полный контакт! Оба! Быстро! Начали! Первый бей, Воробьев! Давай, Воробей! Поднимайся! Добивать надо, когда упал! Только мертвые в спину не стреляют! Понял? Побью. Спасибо. Продолжим. С виду, как будто пластилин. Ну-ка, помяли все. Помяли, пощупали, потрогали. О, легко мнется. Принимает любую форму. Вроде бы безобидная детская игрушка. У каждого дома такая была. Каждый лепил белочек, зайчиков. А между тем сейчас у вас в руках мощная
эффективное оружие. Пластическое взрывчатое вещество. Проще Стас. Пластид. У него, конечно, есть своя химическая формула, но вам ее знать не обязательно. Пластид. Вещь незаменимая. И поэтому она входит в набор вооружения каждого десантника. Возникает вопрос. Почему? Во-первых, в незаряженном состоянии он абсолютно безопасен, удобен в хранении, всегда под рукой. Как говорится, карман не тянет. Но в боевом применении он исключительно эффективен и обладает огромной разрушительной силой. Однако в работе с ним требуется определенный навык. А именно, воин. Есть два простых солдатских правила. Первое. Чем крепче сомнешь, тем сильнее рванет. Правило второе. Не лепи, куда попало! Однако сама по себе эта штука не сработает. Для того, чтобы произвести взрыв, нужно что? Детонатор. Правильно. Нужно вставить детонатор. Воин, фамилия? Рядовой Петровский. Это залет, воин. Вынужден буду доложить вашему командиру. Да. Товарищ старший прапорщик, рядовой Петровский. Проходи. Хорошо слепил. Жизненно. Красками умеешь? Я вообще-то на живопись учился. Портрет. Большой. Могу. Я это вот, девчонка пишет. До войны познакомились. Фотографию просит. Я какую, такую, что ли, пошлю? Можешь так, чтобы, ну, без этого, красиво? Конечно, только... Краска мне не так быстро, за один раз не выйдет. Я, конечно, потом к ней не поеду. А так хоть пусть пока пишет. Пошел! Трактористы.
смотрите. Обоссался. Вам-то смех, а у меня койка под воробьем. Ну чё, птица, мне теперь с зонтом, что ли, спать, а? Я не понял, воин, ты что-нибудь видел, а? Никак нет, товарищ старший прапорщик. А ты? Казалось, товарищ старший прапорщик. А ну-ка расскажите мне, я тоже вместе с вами поржать хочу. Можешь сопли на кулак мотать, можешь маму звать, штаны ссать. А поставленную задачу должен выполнить. Умри, но сделай. Он сделал. Кругом. Шагом. Марш! Минимум знаний, необходимых для общения с местным населением, вы почерпнете вот из этой памятки. Но главное, что вы должны помнить, когда пересечете границу, это то, что вы находитесь в исламском государстве. Ислам – это не просто другая религия. Это другой мир со своими законами. Это другое отношение к жизни и к смерти. Правоверный мусульманин не боится умереть в бою. И тот, кто погибнет, сражаясь с неверными, то есть с нами, немедленно окажется в раю, где его уже ждет все то, чего ему не хватало в этой жизни. Вода, плоды садов и пышногрудые девы Гури. Отношение к женщине в исламе – это отдельный разговор. Главная святыня для мусульманина – это его дом, харам. Именно отсюда произошло слово «гарем». Второе значение этого же слова – «нельзя», «запрещено». Смотреть на мусульманских женщин – харам. Все, что касается половых отношений – харам. Харам – показывать мусульманину непристойные жесты, к которым вы так все привыкли. За это можно получить пулю даже от мирного жителя. С другой стороны, мусульманин никогда не осквернит свой дом кровью. С того момента, как вы находитесь в кишлаке, вы гость. Убить гостя, даже если он неверный – харам. Поэтому запомните, до того момента, как вы в кишлаке, вы в безопасности. Но после того, как вы пересекли границу кишлака, тот самый хозяин, который поил вас 5 минут назад чаем, может выстрелить вам в спину. Потому что убить неверного – это подвиг. Это ступенька в рай. Я рассказываю это для вас. Солдат. Итак, Афганистан – это многонациональное государство. Здесь проживает более 20 народностей – таджики, туркмены, узбеки. Вдоль границы с Пакистаном – пуштуны, на западе – хазарейцы, монголоиды, осевшие здесь, видимо, со времен монгольского нашествия. Собственно говоря, слово «хазар» в тюркских языках обозначает «тысяча». А вам неинтересно, солдат? Товарищ капитан, они все равно кого мочить? За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Никто и никогда. Вот! Стой! Что мы делаем?
Афганистане! Вниз. Спуск дергаешь. Кучно, но вверху. Дыши ровнее. Сойдет. Раньше стрелял? Никак нет, товарищ старший прапорщик. Профессиональная. Глазомер развит. СВД сюда! Есть. Отдай. Рядовой Воробьев! Я! Без оружия ко мне! Есть! Держи. Укрепить на рубеже. Есть! Бегом! Слушай, Джоконда, вот только честно, ты чего в Афган пошел? Сидел бы себе в штабе, рисовал. Тебе же звали. Не поймешь. А ты попроще. Попроще? Вон, видишь танк? Красиво, правда? Такая мощь и ничего лишнего. Ни одной линии. Оружие – это самое красивое, что человечество создало за всю свою историю. Ну? Был такой художник в эпоху Возрождения, Микеланджело. Его однажды спросили, как он создает свои скульптуры. Он ответил просто: я беру камень и отсекаю все лишнее. Понимаешь, красота – это когда нет ничего лишнего. Никакой шелухи. А на войне только жизнь. И смерть. И ничего лишнего. Война – это красиво. Слышь, Джоконда, я вот не могу понять. Ты мне скажи, ты что, в натуре дурак? Или ты опять стебаешься? Что тебе красиво? Тебе красиво, когда кишки на гусеницы наматывают, а? Что, в войнушку решил со скуки поиграть, да? Я же говорил, не поймешь. Да пошел ты, урод! Пацаны, почта! Тихо. Стасенко, какой сегодня день? А, среда третья. Воробей. Лютаев. Суворов. Рыбаконь. Все. Девчонки звали меня на дискотеку, но я не хочу без тебя, потому что я тебя люблю. Вечером я сняла двух классных пацанов. Ты борзёв, сука, блядь! Войны! После отбоя по ко мне!
написал. Мужик, молодец! Релись! Сверя! Кру! Ом! Вперед! Марш! Короче, пацаны, слушай сюда. Сидим ровно, не рассыпаемся. Под верхушку того камня. Воробей, Стас и Рябы, хватайте за ноги и валите. Мне похер, как хоть зубами грызите, ясно? Пиночет, Чугун, Джаконда со мной. Все. Все, пацаны, пошли. Вперед! Ровно, ровно, ровно! Приснилось, что ли? Ага, приснилось. Обострение опять началось. Погоди. Сегодня в штабе говорили. Он опять заявление писал. Хотел с нами в Афган улететь. Сегодня отказ пришел. Вот дает девка. Кончает, как пулемет. Ребят, а до Гала не хватится? Нет, не хватится. Почему? Ну, потому. Лютый, а я думал, кто там? Из крупнокалиберного дала, а? О, что, тебе осталось? Дерни. Натрахаюсь так, чтобы полтора года он вообще голоса не подавал.
Ребят, давайте еще покурим. А, воробей, птица. Знаешь, как мы курили, бедуя? Цыганский один косяк на всех. Казань? Давай. Смотри, 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 что делаешь? Ребята, вы все такие. Я вас воробей. Так всех люблю. Вы сами знаете, какие вы. Я за вас все вас так хочу. Так, птицы, больше не наливать. Давай опять тащить придется. Давай, ну. Я пошел. Слышь, Вов, ты мужик? Не, ну ты мне скажи, ты мужик или вроде как? Ты не надо, Олег, про это. Чего? Я же Оля, знаешь, какая. Ты руби ты свою Олю, я не об этом. У всех есть Оля, у меня, у кого хочешь спроси, у всех есть Оля. Но ты вспомни, кем ты был, Пернар. Ты же настоящим мужиком стал, последний зачет остался. Надо птицы, понимаешь, надо. Не на курорт же едем. Может, последний шанс у тебя вообще? Нельзя на войну целкой идти. Это же мужицкое дело. Давай, 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 воробей! Давай, воробей, давай. Давай, может быть, она и не захочет со мной. Да ты что? Ты ей больше всех нравишься со всего призыва. Да врешь. Я тебе отвечаю, вот пацаны соврать не дадут. Только что про тебя спрашивал. Давай, 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 пошел. Она тебя 100 раз в городке видела, а ты на нее ноль внимания. Ей же обидно, правильно? Не, я не могу так, при всех. Сейчас. На, выпей пока. Ты выпей чего? Пока, я сейчас приду. Давай, давай. Ты что, особенный, что ли, а? Лучше всех я не понимаю. Кончай базар, потом разберемся. Ладно, воробей, может тебе помочь, а? За ноги подержу. Потом. Иди, иди, иди. Давай, давай. Воробей, пошел, давай. Давай. ВДВ! Бою! Не вернусь. Шашки на голову! Давай. Напишите, пал смертью храма. ВДВ, вперед! Пусть там прийти. Ага, с тобой? Стас. Что? Ты что, скис? Да, по дому соскучился. Додерну тебя. Я страшновато немного. А, пацаны, если честно, без понтов. Страшно. Да не всех же. Да не, если сразу не страшно. Хуже всего, если покалечат. Я в Ташкенте в госпитале был, там пацаны лежат, палата целая. Каждый на пол койки, все, что осталось. А у нас во дворе парень вернулся. Сам целый. Только осколком мочевой пузырь перебило. Так прямо трубка из живота. А к ноге банка привязана. Самогонщиком прозвали. Ну, что там твой воробей? Уснул или книжки и читает? Погоди, сейчас гляну. Скоты, вы все поняли? Скоты! Это вы как животные, с кем угодно, где угодно, все равно. Я так не могу, не могу я так. Скоты, скоты все. Я же как лучше хотел.
чел уставился. Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень красивый? Влюбился, что ли? Так ты женись, они к нам в гости ходить будут. Ты должна это знать. Ты очень красивая. Ты что, придурок? Художник. Киприда. Из моря выходящий. Киприда! Киприда из моря выходящая! Богиня красоты! Море смывает все грехи! Вечно непорочная блудница! Богиня! Молится все! Все на колени, уроды! Богиня! Товарищ старший прапор. Больно. Быстрее. Постара... Бегом! Марш! Откуда? Скоро!
сразу! А я с Ершовки, Зёма! Только не бзди, только не бзди! Как точно? Я улетаю! Ты улетишь! Смотри! Вот! Держи амулет! Держи, говорю! Сергей! 4 сверхсрока! 28 боевых! Ничего! Носи! Только не снимай! Ты понял меня? Понял! Сёма! Только носи, не снимай! Понял! Новые придут наши с Енисея! Им отдашь только с Енисея! Точно! Как я того! Олег, а тебя? Что? Не слышу! Ладно, давай! Смотрите, ребят. Командир, справа! Гумов. Я. Стройло. Да. Рябоконь. Я. Бонифатий. Я. Девченко. Я. Бекбулатов. Я. Четвертую роту за мной. Пока, давай, пацаны. Берегите себя, пацаны. Покедову, парни! Пока. Ну что, залетчики? Наркоманы, алкоголики, сексуальные маньяки. Девятая рота! За мной!
Вешайте, сдухи. Равняйсь! Смирно! Бойцы! Поздравляю вас с прибытием в доблестную 9-ю роту! Я не понял, воины. Поздравляю вас с прибытием в доблестную 9-ю роту! Ура! 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 Забодал, хохол. Иди на плацу их дрочи. Прапорщик Погребняк. Забудьте, кем вы были в учебке. Здесь вы не отличники и не двоечники. Здесь вы вообще никто. Да, вообще никто. Где-то мы уже я это лично буду драть вас день и ночь, чтобы сделать из вас нормальных бойцов. Ты понял? Так точно, товарищ прапорщик. А? Так точно, товарищ прапорщик. Вот и хорошо. Рядовой Чугайнов. А что вы нам грызли это весь? Это пулемет рядового Самылина. Героически погибшим. Он из него 8 духов положил. Из-за этого орден получил. То, что он поцарапан немножко. Он на гранате подорвался. Ну ничего, заклеишь. Так дуло клевое, а как из него стрелять-то? Тебе честь оказана. Дубина – это именное оружие. Гордиться должен, а ты кабенишься тут. Товарищ... Воин! Расписался. Налево. Шагом. Марш! А кто у вас командиром-то был? Саша прапорщик Дегала. Сашка? А я думал, списали его вчистую. Он там спал. Всю ночь зубами скрипел. В атаку ходил. Спать никому не давал. Потом его куда-то отвезли. В Ташкент, что ли, в госпиталь, да? Хороший парень был. Веселый. Смеялся. Болезнь какая-то была у него. Слышь, медицина? А. Контузия называется. Я думал, ты какое-то умное слово скажешь. Чурка ты! Я и без да тебя ладно это знаю. Тебе. Да ладно. А Белоснежка там есть еще? Белоснежка там. О! Ну что, художник, похоже? Более-менее. Мне этот пацан один знакомый колол. По памяти. Слышь, хохол? Помидор, сучонок. Ему Самылинский покоцанный пулемет выдал. Новый, наверное, давно списал уже и толкнул. А что, он оружием торгует? Кому война, а кому мать родна? Товарищ прапорщик, а правда я слышал, через 3 дня в бой? Не в бой, а боевой выход. Наша задача занять высотку над дорогой. И держать оборону. Наши колонны охранять. И все? И все. А ты думал, здесь Сталинград? Колонна пошла! Thank you.
Монументальный мужик! Его бы из бронзы отлить! Кограман! Чего? Кограман! Душманы прозвали! Переводы «Злой великан»! Наш комрот и один такой во всем Афганистане! Его три раза на героя представляли! А он как с боевых вернется, штабному морду набьет по пьяни! И вроде под трибунал нельзя, но и опять без звезды остался! Афанасий, а кто это? Это зеленые! Афганская армия! Союзники, блин! Хуже нет, чем с ними работать! Как паленым запахнет, они сразу лыжи мастырят! Ты думаешь, у тебя фланг прикрыт, а они уже за тобой в 3 километрах, за спиной! Мы из-за этих пидоров в кольцо попали! А где душманская территория начинается? А сразу за блокпостом! Вон они! Шарови! Друг и брат! А ночью автомат откопает! Аллах Акбар, секир башка, форчка с игным! Так что не торопитесь воевать, еще успеете! Вы уж небось поспорили, кто первый духа завалит? Конечно, поспорили! А на что поспорили? На блок Мальбора! С меня еще один! А у вас кто первый был, товарищ прапорщик? Самылин! Первый духа завалил, первый в цинке улетел. Все, что собрать смогли. Вот они, дикари, дальний гарнизон. Продукты закинем и дальше пойдем. С собой возить будет? Конечно. А вырастет? С собой возьму. Потом сожрешь? Я что, кореец, что ли? Куси его, куси. Пойдет? Пойдет. Миш! Забродило? Ты что, Серег, на солнце растрясло? Массандра. Давай 5 литров сольем. Пацанов угости. Ну что, хлопцы, за Зустрич? Давай. Слушай, а девки теперь в чем ходят? Да вон полгода с гражданки. Платье в джинсах. Слушай, я знаю, что не в броне, в касках. Говорю, каких платьях? Подробно говори, ну. Этим летом в таких юбках совсем прозрачные. Против солнца насквозь светится. Смотришь, ноги как у штангиста. Все равно идет. Вот такие. Нет, подлинней. И покрой такой широкий. Развивается во все стороны. Как ветер дунет, сразу все за юбки хватаются. А ось Горбачев, я вот себе примочу слухаю, ничего не зрозумею. Це пристройка вся, да? Люди що кажуть? Слушай, ты заткнешься когда-нибудь, нет? Видишь, людьми разговариваю, ну? Вот идет и юбка. Туда-сюда, туда-сюда, да? Ну да. Что, так и идет? Так и идет. Ой, зараза. А вы сколько тут сидите-то, а? 1.5 года сидим. 15 месяцев. Слушай, я без тебя считать умею, хохол поганый.
С тобой говно хорошо хлебать, рта открыть не дашь. Что ты за ладов, хохол, хохол, а ты кто, козел горный? Вчера только с горы злез, первый раз толчок у казарми побачив. Ты мене достанешь, я тебе так достану, иди сюда. Ты тебе сказал, иди сюда. Тихо, тихо. За дебель выпьем. Все, все. Московское время, 22 часа. Начинаем концерт по вашим заявкам. Ну что, мужчины, постреляем? Здорово. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Ну что, идут? Идут. Сколько? 5 или 6, не пойму. Повыше черепахи 30 метров левее к большому зубу. Прямо под слоном. Вот они. Усаживайтесь поудобнее. Около ваших радиоприемников. Кажется, 5. Ахмед. Ахмед! Это ты, что ли? Вошел! Салам алейкум, дорогой! Ахмед, ты живой еще? Говноед позорный! Сучара подзаборный! Крестопердежник сраный! Сейчас мало-мало убивать тебя буду! Вошел! Я твои кишки резать, горло душить! Я твой мама был, папа был, брат, сестра был. А балка не выросла. Огонь. А теперь ваша любимая мелодия группы ACDC. Заводи. Уходит. Концерт по заявкам окончен. До новых встреч. Пошли, пацаны. Лоша! Володя. Володя. Салам, Володя. А ты Ахмед? Ахмед, да. Моя скоро уходить. Твоя совсем не ждать. Совсем скоро. Дела Ташкент? Пап, мам, Ташкент? Красноярск, Сибирь. О, холодно. Девушка есть в Сибирь? Любишь? Как звать? Оля. Оля. Красивый? Да, очень. У меня тоже есть красивый Фатима. Очень люблю. Невеста? Да, невеста. Соседний кишлак. Невестка, жена, любить. Володя. Моя уходить. Скоро уходить. Володя. Володя. Алло, да.
Ты стрелял. Откуда он взялся, а? Ты смотри, совсем оборзели духи. Шарится тут белого дня. Это Ахмед. О, Патефон, це ж твой дружба. Да ладно. Урод вонючий, дай хоть наружу гляну. Троих наших замочил, сука. Ну что, с почином? Можешь зарубку работать. Твое, воробей! Прощай, дорогой друг. Мы не увидим тебя больше никогда. Но память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Пошли, пацаны. Занять высоту, закрепиться! Иди сюда. Камень! Третье отделение ко мне. Расположиться. Первый, я девятка. Первый, я девятка. Занял позицию. Шага назад. Ты что, урод, по набережной с девушкой ходишь, а? Под ноги не смотришь? Не видишь? Лепесток лежит. Самая подлая мина. Наша. У духов таких нет. Сами сеем, сами подрываемся. Наступишь, ногу оторвет по ботинок. Отошли все. Возьми так.
ущелью! Здравия желаю, товарищ капитан! Смотри. Ряба наша. Пацаны, бойца заберите. Дальний кордон расстреляли, один остался. Ряба. Ну что ты, ребят? Ну что ты, Стас? Страшный сон приснился, да? Вставай, сука! Знаешь, как это происходит? А? Заходит сюда, вот прямо сюда. И режут. Режут 30 пацанов. Одного за другим режут. Вот так режутся! От уха до уха, как свиней! Из-за одного долбоеба, как ты, который заснул на посту! Стас! Здесь вам не учебка, здесь война! Здесь двойки не ставят, здесь убивают! Забрать говно это! Воробьев! Я... Сменишь его! Есть. Афанасий, Курбаши, со мной. Класс. Слышь, меня нарисуешь потом? Давай. Закончу. Да. Товарищ прапорщик, рядовой Петровский приказ выполнен. Вот смотри, вот эта бита. Это тебе на кокарду. Деньги гони, чурка. Опоздал на 2 минуты. Принес? Да. Я не понял. Ты что, издеваешься, а? Ни у кого нет, товарищ прапорщик. Все, что осталось. А ты знаешь, когда колонна пойдет? Через день, два, через неделю. Сколько нам здесь торчать еще? Чтоб через час 2 коробка были здесь. Понял?
Где же я их тут достану? Да мне насрать. Найди, укради, ради. Приказ понял, боец? Так точно. Вперед. Раздавай. Да. Давай, Дурила. Пацаны, спички есть? Нет. Бача! Бача! Стоять! Стой, говорю, зараза! Стоять! Эй, Бача! Бача! Стоять! Мара, миги. Спички, понимаешь? Манами фом. Спички. Спички. Чи? Я тебе. Это. Ам-нам-нам-нам. Вкусно, вкусно. Это я тебе. Вкусно. Ты мне не. Спички. Чик, чик. Бе, 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 бе. Манами фамидам тучимихасти. Бе, бе, кабарим. Манами фамидам, вич, нами фамидам. Чимихасти. Бе, кабарим. Бе. Хопшет фамидон. Ки на арабу фаманан. Я. Я. Смотри. Hacı Murat! Hacı Murat! Gel! Gel! Gel gel! Tiz tiz bu. Tiz tiz bu. Tiz bu. Su tut. İnce. İnce. Ходи, ходи.
сюда. Кто разрешил покинуть позицию? На подвиги потянуло Пикассо, блядь. Три наряда вне очереди. Есть три наряда, товарищ капитан. Айвазовский, твою мать. Чё так долго-то? Мы уж на штурм пошли. Кишлак по камням разбирать. Достал? Гляди-ка. Аж размокли все. Молодец. Родина не забудет. Ложись!
Я автомат потерял. Головорез. Уходим. Кишлаки они. Середина, я обойду справа. Понял. Вперед. Курбаши. Правый двор. Стас, Лютый. Прямо двор. Это... Курбаши! Курбаши! Сюда! Стаса ранили! Бегом! Давай уходим! Уходим! Стас, ты чего стоишь? Ты глаза-то не закрывал? Сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Стас, ну ты чего? Да ладно! Ты не закрывай, Стас. Ты на меня смотри. We'll be right back.
Пошли. Ящик тушенки и пристрелят за полгода до дембеля. Тебе до дембеля, как до Китая раком, а дембеля он думает. Ведь нам с Курбаши чемодан паковать. Все-таки зря мы, ребят. Нехорошо как-то. Они, может быть, в дальний гарнизон везли. Кашута с патефоном. Давай, получи нас жизни. А вы знаете, кто у нас воробей? Ну скажи, птица. А что мне стесняться-то? В педагогическом на филфаке. Воробей учитель-то у нас. Что смешного? Попался-то мне в школе. Нам в класс учителя заходить боялись. А сколько у вас пацанов на курсе было? Трое. А баб? 52. Небось, всех баб гулял? Или на потом оставил? Да вы что, пацаны? У него же Оля есть. Вот гадом буду, специально приеду, посмотрю, что за Оля такая. Чудо природы. Погодите, это что ж получается? Это значит, воробьи у нас будет как дятел с указкой у доски стоять. С Джокондой все понятно. Курбаши будет людей кромсать. Не, я больше не буду. С меня хватит. Я лучше ветеринаром. Кони, овцы. Ну а ты, хохол, из Афгана придешь, что делать будешь? Пить буду. Ну это понятно, неделю попьешь, потом. Опять пить буду. А дальше? И дальше пить буду. Пока не забуду все это. Потом встану, рожу умою и по-новому жить начну. Если получится. Шустрее, шустрее, птица, из-за тебя Красноярске уже проворонили. Так это ж, слава богу, вон Владивосток, уже с вечером, дрова. Слышь, Чугун. Ау. А я что-то не понял, ты компот зажилил, что ли? Че сразу зажилил-то? Ну а где он? Забыл просто. Забыл, прям под одеялом хотел сожрать. Братцы. Братцы! Пиночет! 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 Пиночет, братан! Братан! Привет! Да сюда кидай! Ты как попал сюда? Меня к вам сослали. За что? Значит, мы рёдному зубы обломал. Горчавкаешь, как свинья. А мусульман свинья, понимаешь, грязное животное. У нас такие слова убивают. Дай попить. Спиртяга! Давай. Знакомься. Афанасий. Страшный человек. Курбаши, медицина. А вот это хохол. Кому хохол? А кому товарищ прапорщик? Ну-ну-ну, Серег, ну... Это наш пацан, Дыгаловский. Здорово. Ну что, пацаны, садимся? Наливай. Мужики, Горбач уже говорит. Погромче сделай. Помянем старый год. Как всегда. За старый год. Давай. Давай. Все плохое осталось.
пережито, что сделано и еще не сделано нами. Задумаемся над тем, что нас ждет впереди. Наливай вторую сразу. Стал для нас, советских людей, уходящий год. Какие главные события останутся в памяти? За Дембель. Ура! 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 Дембельский год, пацаны. Год дальнейшего развития процесса. Наливай. Открытие утверждения нового во всех областях. В экономике, политике, социальной и духовной. Обстановка гласности и открытости. Братцы. Помогла развертыванию. Третий тост. По самым различным вопросам нашей жизни. Это помогло больше. Глубокой проработке и принятию. За наших погибших товарищей. Уходящий год. За Самылу. Был отмечен масштабный работ. За Никиту Балашова. За Потапа. За Рябу. За Лысого. За Костяна. Короче, за всех, кто не дожил. За Стас. За Стаса. ПДВ. Вперед! Не спи, козленочком станешь. Сука!
Сокол! 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 Капитан, где? Капитан, он землянку разутюжит, а не носит! По налету! Два шпиня между камнями! Полтораста! Здесь полтораста! Огонь! Ништяк, пацаны, попали! Связи нет! Капитана убили! Кто из офицеров остался? Есть кто? Рота! Слушай мою команду! К бою! Старлея убили! Иду! Рота, к бою! Иди ко мне! Пробей, бегу! Середина! Середина! Я тебе говорю! Не подпускай, пацаны! Да сколько же вас! Кухляр должен ловить! Куда кто? Пизда, я не никого. Ты ракеты побереги, может пригодятся еще. Должны же они подойти когда-нибудь, если мы целый день на связь не выходим. Они все из автоматов поливают. Минуты у них, видно, кончились. Но и гранатометов дофига же. Колонну ждут. На нас не тратят. Пока.
Потерпи еще чуть-чуть. Недолго осталось. Скоро наши придут. Хом. Вертушка пролетит, тебя заберет. Ташкент. Там хорошо, тепло. И сестричка, халатики. Сколько сидим уже? 3 часа. Скоро начнут. Сюда, курбаши, сюда! Как ладно! Старший! Никого!
Слушай мою команду! Рассчитались с того края! По порядку! Первый! Второй! Третий! Четвертый! Пятый! Шестой. Седьмой. Обошли всех, собрали патроны. Что осталось? У меня две подствольных. У меня порошка. Две гранаты. Гранаты. На один раз отбиться не хватит. Засуетились. Сейчас пойдут. Пиздец нам. Рота к бою. Слушай мою команду. ВДВ. Вперед! Свою задачу выполнила. Колонна может идти. Колонны не будет, мы уходим. Товарищ полковник, высота наша. Колонна может идти. Ты меня слышишь, сынок? Почему связь не работала? Почему связи не было? Слышишь? Мы уходили из Афгана. Мы, 9-я рота, выиграли свою войну. Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через 2 года исчезнет страна, за которую мы воевали, и станет немодно носить ордена несуществующей державы. Не знали, что прапорщик де Галла останется на сверхсрочную, и его вместе с учебкой перебросят в Россию куда-то под Тулу. Через год он умрет от инсульта прямо на бегу в ночном марш-броске. Не знали, что Белоснежка с матерью и другими русскими семьями останется в брошенном военном городке на границе с Афганом и исчезнет.
а нас самих жестоко разбросает новая жизнь. Кого в князья, а кого об самое дно. Ничего этого мы не знали тогда. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней высотке. Мы уходили из Афгана. Девятая рота. Мы победили.